Каждый раз, когда я выхожу на тренировку, в голове крутится одно и то же. Может, еще поспать? Нет настроения? Тебе это не нужно. Так лень. Лучше потом. Плохая погода. Устал и нет больше сил. Тогда почему я не останавливаюсь? Как нахожу в себе новые силы? Нет, не так. Ради чего все это? Что я доказываю, выполняя все эти упражнения раз за разом? За кем гонюсь и кого хочу победить? Что мной движет?